По словам специалистов, осень-зима 2017-2018 пока не вводила моду на насморк, кашель и повышенную температуру тела. Уровень заболеваемости на 40% ниже эпидемических порогов. Однако расслабляться не стоит. Впереди еще без малого половина зимы, и по многолетним наблюдениям именно этот период самый опасный в части гриппа и ОРВИ. В полной боевой, чтобы максимально оперативно обезвредить простудного врага, находятся врачи. Не остаются в стороне и аптеки. Ведь если болезнь предупредить не удалось, без посещения этих учреждений не обойтись. По сравнению с прошлым годом гораздо ниже, но обращаются с простудными заболеваниями, с симптоматическими проявлениями, на что наши работники очень отзывчиво помогают. В первую очередь обращаются с симптоматическими проявлениями, просят сосудосуживающие препараты, жаропонижающие, противовирусные. Щиты против сезонных заболеваний в аптеках еще осенью приобрели осязаемые черты. Под лекарства с пометкой «против простуды» и гриппа был отдан не один прилавок. К слову, немалая доля таблеток, спреев и прочих лекарственных препаратов белорусского производства. Покупатели все чаще отдают предпочтение отечественной продукции и доверяют белорусской фармацевтической промышленности. Обеспеченность лекарственными средствами велика, с запасом. Если будет сезонный грипп или что-то эпидемиологического характера, то да, аптеки обеспечат полную потребность наших посетителей. Одним словом, к проявлениям коварства, гриппа и ОРВИ аптеки города готовы. Некоторые даже 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю. Однако, конечно, лучше не болеть вовсе, а в аптеке приходить только за витаминами и гематогеном.